для меня живопись — это не просто искусство, а способ сказать что-то. Потому что я как человек, я, если честно, не очень люблю разговаривать, когда высказывать свои, что у меня внутри. А вот благодаря живописи такой, у меня она достаточно такая экспрессивная, эмоциональная. Я как бы такой глоток свежего воздуха.